بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير يا برس الجماعة الله أسبركت لكي سنجي روخي الأمير لكي لك أشينا رعزي بيخيزي قنبت لكي بيخير بير عربي حيخيزي الله صبر قلت لكي جاق الله أسقنبتنا ني ديت سنجوي برسايت ويزوغو نجود لكي تخلق نتلقو سنجدين إدارة شو سابقا أحمد أفندي يسول زميستيتلو عبد الله حجي الأول سنجي عبد الله حجي سليم أبو يسول صار هو عبد الله حجي وجو أب إيمينا عليها أب آخر زمان هذا كل تلوها باقي نلقي هب كنا بجوج جخا أب جانسا أب رسالة أبو خيز نوتري كنا جو بروبلم ثالي بيش اللي بيخل جخا السنجي الحمد لله جاك أن تلقي وجه نجوه بولتوخ الله سبحانه تناني حس نتلقي وعزة نصيحة كهبيز بجو سنجي هاري بجو نجودي بیشتر جو از بیشتر عروس ماتال دهجوگو تنگی درگین اوگی شوخه نه سعی نلنس درگین اوگو اصول هیچ اون نگی و بیشتر جو حسول آوشی کینه گو خاک قتل عمه و خاک قتل بکنه شو تنگی و عروس اصل بکن اگه بیشتر جو کنانی روزمان دستن خدوب بگونه نگی استاس خدوب بگونه نگی نجوت بود تر سوال از به هول انشالله دیت رزیس نی تبلن کلم ماتال ده ولی دستوب نقدت بیشتر بیشتر زبیل انشالله رحمان تنگی الله استوفیق عبید ات سب دیگی تنگی خدوم نجویی که عالی تر تسرق خب عالی تر عالم زبان سا بیت سرال دا عمل ها بیزه هزدوق عیمت آمیزه از دن خریتلی نه ازی کهر باق ازه هبوگو جاق قویل نتله تنگی خواصر لگی نتله دنال آخره تشل تلیح کی هنچه انشالله رحمان عبدالله حجی وام پرید استعلام سلو پجالستا شد نم نصیحت شد بزدلات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد уважаемые братья уважаемые аксакалы уважаемый джамаат очень уважаемый джамаат любимый джамаат позвольте вам передать салям от нашего муфтия шейха Ахмада Фанди Абдуллаева ассаляму алейкум рахматуллахи тааля баракатуху Пусть Всевышний примет наш джума, чтобы Всевышний Аллах укрепил те братские узы, которые есть именно в этом джамаате, в этом селе. Дай Аллах, чтобы всегда с вашего села приходили только хорошие новости, которые радуют, которые успокаивают наших духовных лидеров, устазов, машаихов, чтобы мы всегда продолжали вот так чувствовать от вас вот эту поддержку, теплоту, любовь. Альхамдулилля. Для меня сегодня это радостный день к вам приехать. Я давно не был здесь. Альхамдулилля. Пусть Всевышний примет все, что мы делаем, чтобы этот пятничный намаз, джумат, наши мольбы, наши старания, благотворительность, садака, чтобы это все было причиной, чтобы мы изменились в лучшую сторону. Аминь. Вы, наверное, следите за новостями в курсе. Сегодня об этом в курсе все люди. И те, кто в горах живут, и на равнине, какая сегодня неспокойная обстановка, какие нападки бывают на муфтият, на муфтия, на алимов. Буквально недавно было собрание, муфти Ахмад Афанди принимал дома работников муфтията. И он там тоже сказал, он говорит, наша позиция такова, мы всех просим нас не трогать. Оставьте, говорит, нас заниматься тем, для чего нужен муфтият, как религиозная организация. Это дават, наставлять людей, просвещать людей, отвечать на их вопросы.
помогать в нужное время. Но он говорит, как вы сами заметили, нас не оставляют. Нас не оставляют. И те люди, у которых работа и деятельность никак не связана с религией, тоже не оставляют, тоже пытаются укусить, сказать. Поэтому он говорит, ну в этом случае мы тоже не будем молчать. Учитывая то, что был этот год был очень тяжелым, когда народ не понимает порой, в нелегкие времена бывают очень нелегкие решения. И, конечно же, обычный человек, который никогда не учился, не имеет исламского образования, он же может не понять решение муфти. В чем мудрость, для чего это делается. И поэтому мы замечали такое недовольство, недопонимание у людей, обычных граждан. И были ситуации и с Палестиной связаны, и с событиями в аэропорту, и сейчас с Никабом. Со стороны люди пытаются поднимать шум в нашей республике. Вопрос Никаба, если вернуться на 3 месяца назад примерно, и спросить у алимов, у братьев, все сказали бы, ну никаб, никаб, кто-то одевает, у нас не одевают. Мизерное количество одевает, даже 1% нет в республике, которые носят никаб. Все бы с легкостью отнеслись бы к этому вопросу. Но сегодня с пеной у рта даже мужчины, которые, жены которых не носят хиджаб, сегодня раздувают смуту в социальных сетях. Ну вот такая обстановка. Всем интересно мнение муфтия. Не только в Дагестане, во всей России, во всем арабском мире. Это показала ситуация с никабом, когда весь мир, вся Россия ждала, что же скажет муфти Дагестана о никабе. Когда он выразился, его слова просто обошли весь мир. Все его цитировали, обсуждали. Вот какое внимание оказывается к нашему муфтияту. И кому-то это невыгодно. И начинают создавать вот такую атмосферу, как говорится, расшатывать джамааты на ровном месте из ничего, создавая вот такую панику. Для нас, работников, вот тот период был очень сложным. Очень сложным. И я, честно говоря, я думал, вот я с хаджа только вернулся, мне пришлось сразу подключиться в этот вопрос, комментировать, исправлять, разъяснять людям. И буквально 3 дня назад я думал, что вроде все утихает. Ну, обстановка, все вроде поняли. Решение муфтията тоже выставили, все прочитали. Разные мнения в 4 мазхабах, все успокоились. Но на этом собрании, которое было недавно, позавчера буквально у муфтия, шейх Ахмада Фанди Абдуллаева, он говорит, все, что было до этого дня, это, говорит, мелочи. Нападки будут еще сильнее. Нападки будут, говорит, еще сильнее. Поэтому у нас, если вы заметили, в Дагестане каждый месяц что-то происходит. Каждый месяц кто-то появляется, который заявляется, идет против муфтията.
Вы заметили, наверное, каждый месяц у нас что-то резонансное происходит, которое обсуждает вся Россия. Ко мне до хаджа приехали из Китая журналист. Вы, наверное, видели публикацию. С Пекина приехал, с Китая приехал журналист, его переводили. И они были муфтияти, сидели в кабинете у меня. Он говорит, я хочу, ну, вопросы он мне показывает, как живут мусульмане в Дагестане, чем занимаются. Я говорю после интервью, я говорю, где Дагестан, где Пекин, Китай? Вы почему к нам вообще приехали? Он говорит, когда смотришь новости российские каждый месяц, что происходит в России, самым вот на верхней строчке топ, как говорится, новости, которые происходят в Дагестане. Поэтому нам ваш регион, он всем интересен, говорит. И мы, чтобы рассказать о мусульманах России, мы, говорит, приехали в Дагестан вас спросить, как вы живете. Вот такой Дагестан, уважаемые братья. Все о нем говорят. Удивительный регион, удивительная республика. Альхамдулилля. Множество алимов, машаихов, их наследие, мадрасы. Как у нас доступ к знаниям, доступ к религии, в мире такого доступа нет. Те, кто выезжают, понимают. Кто сидит в Дагестане, никуда не выезжает, наверное, тяжело понять. Я был почти во всех арабских странах. Это разница колоссальная. И работа муфтията, работа имамов, права имамов в каждом селе, городе, мечети. Такого нет нигде. Поэтому у нас завтра что будет, мы не знаем. Как будут пытаться нас расшатывать, мы тоже не знаем. Но каждый раз что-то происходит. Бывают нападения, бывают провокации. Я думаю, это потому, что наши любимцы Аллаха всегда же просят у Всевышнего Аллаха благополучия для Дагестана. Всегда просят. Наш же муфти тоже говорит, если 10 патриотов есть в республике, он же говорит, я же один из них. Он же любит республику. Все уламаи, машаихи, они очень переживают за Дагестан. Они всегда просят Аллаха благополучия, чтобы было в республике. А Всевышний же Аллах просто так же не дарует. Даже чтобы рай даровать человеку, как Всевышний испытывает. Когда Муса, алейхиссалям, к Мусе, алейхиссалям, подошел слепой, подошел взрослый человек и говорит, попроси да у Аллаха мне райского места. Я хочу в раю быть. Ты же пророк. Твои же мольбы принимаются. Муса, алейхиссалям, попросил. Этот человек ослеп. На него напали волки, сгрызли, убили. И Муса, алейхиссалям, спрашивает, о Аллах, в чем мудрость? Он же просил рай. Всевышний говорит, только так я мог ему дать рай. Понимаете? Он должен был пройти через трудности. Просто так же рай не будет давать Всевышний. Он попросил, Всевышний говорит, я принял, но вот я ему дал путь в рай. Поэтому, когда наши уляма и просят постоянно, я Аллах, этой республике, этой святой земле, баракатной земле, дай спокойствие, благополучие. Мы же поэтому держимся. Сколько попыток расшатать Дагестан, превратить в Сирию, Афганистан. Сколько попыток было. Не получается же у них. Не получится, иншаллах. А они просят у Аллаха, и Всевышний взамен дает это благополучие, мы же его ощущаем, сравнивая с другими республиками, странами. Но Всевышний нас испытывает взамен, трудности посылает. Даже вплоть до того, что мы порой теряем наших алимов, машаихов. Вот так Всевышний дает, но взамен
вот эти трудности посылает. Наша задача, как говорится, крепко на ногах стоять. Вот наша задача. Рядом быть просто. Не отделяться от джамаата. Интересный хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саляма, где он говорит, что есть хукуки, обязанности мусульманина в отношении мусульманина, он говорит, пять, и перечисляет там радду салями, и адатуль марилы, там перечисляет он, ответить на салям — это обязанность. Посетить больного — обязанность, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саляма. Умер человек, его проводить последний путь, участвовать в джаназа — обязанность. Отозваться на помощь, когда он говорит, помощь нужна, прийти — обязанность, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саляма. И пятый говорит, ва ташмиту аль-атиси, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саляма. Ответить тому, кто чихнул. Вопрос же возникает, вроде такие идут серьезные обязанности, да, помочь, навестить. И последним идет ответить тому, кто чихнул. Все равно же возникает вопрос, а это почему в списке? Неужели это так важно? Ну даже если я ему не ответил, там же в комментариях четко разъясняется. Уламаи говорят, чтобы ты услышал, как чихает, как чихнул твой брат по вере, ты должен быть рядом находиться. Если ты отошел, здесь суть в чем? Чтобы ты слышал, чтобы ты был в курсе о его проблемах. А для этого же нужно быть рядом, дружить, не отделяться, не ссориться. Вот то же самое, сейчас нам это необходимо, такие нелегкие времена. А работа против ислама, она проводилась, она и будет проводиться. Если в самый лучший период, когда был посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саляма, когда были сахабы, сподвижники, Медина, новое государство, город строит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саляма, спокойно. Курайшиты в Мекке, они далеко. Даже в этот лучший период, что сделали они? Построили еще одну мечеть, чтобы разделить мусульман. Умудрились, не постеснялись при наличии самого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саляма, вторую мечеть построить. Тогда еще работа проводилась. Представьте, с каждым годом, как эта работа усиливается. Когда нет сахабов, нет табиинов. Эта работа масштабная. В Коране Всевышний тоже об этом говорит. Про макру. Когда какой-то работник там спецслужб, отставки, взрослый, бывают ролики там в Ютубе где-то, начинает просто рассказывать о своих, о планах их организации против мусульман и раскрывает все карты, ты понимаешь, какие масштабные планы, насколько они это все расписали, порой удивляешься, каждую мелочь они учитывают. Как они могут настроить родного брата, против отца, против матери, сына правителя, против отца. Как они это все разрушают, халифаты, империи. И ты удивляешься. А в Коране Всевышний же тоже об этом говорит. Макару, Всевышний говорит, у них есть ухищрение. Они готовят эти уловки. И сам Всевышний в Коране дает оценку этим ухищрениям. «Литазуля мингуль джибали», говорит в Коране Всевышний. Настолько у них большие планы, что этими планами можно горы сдвинуть, говорит Всевышний. Указывает на их масштабную работу.
который продолжается по сей день, разделить мусульман. Настолько крупная работа, что в Коране Всевышний говорит, можно горы ими сдвинуть. Вопрос же возникает, нам что делать теперь, если такая масштабная работа проводится, проводилась, а ты обычный мусульманин, работаешь, таксуешь, где-то преподаватель, ремонт машины, и ты говоришь, а мне что делать теперь, если вот такие масштабные работы проводятся? В Коране тоже Всевышний отвечает. Кто-то нам предлагает собраться, выйти на митинг. Коран Всевышний говорит, нет, это не выход. Ин тасбиру ва таттаку ля ядуррукум кайдахум шайа. Если проявите сабру, таква, эти козни вас не тронят, говорит Всевышний. Вот эти ухищрения масштабные. Таква, говорит Всевышний. Как сегодня в нашей ситуации, как богобоязненность надо использовать и понимать. Когда ты не идешь на поводу общественного мнения, ты один говоришь, это правильно, все родственники говорят неправильно, и ты не меняешь свое положение из-за общественного мнения, боясь, что скажут люди. Когда ты на истине, и не колеблешься. Сегодня ради имущества, ради статуса, человек, боясь репутацию потерять, умудряется говорить на белое, черное, на черное, белое, потому что заложник общественного мнения. Понимаете, вот такое время сегодня. Зная, что этот шаг неправильный, но потому что предложение заманчивое, человек идет против истины, против религии идет. Зная, что статус муфтията очень высок в данное время, этот процесс никабом показал статус муфтия, муфтията. И, конечно, кто-то же подумает, давай-ка я выступлю против. И все скажут, какой герой, смотри. Против такой вершины выступает. Ему же начнут аплодировать некоторые люди. Писать в комментариях, какой же он храбрый. Ради вот таких комментариев, ради вот такой, вот таких аплодисментов сегодня вроде книги читающие люди даже сворачивают. Вот что означает таква, когда нас пытаются расшатывать, чуть-чуть крепко держаться. Таква – это не спешить в выводах, советоваться нужно всегда. У нас проблема дагестанцев. Нам достаточно отправить голосовой, где скажут, надо выйти на площадь, мы выходим на площадь. Мы даже не спрашиваем, кто это отправил. Мы не звоним имаму. Имам, здесь вот такое сообщение, это вообще правильно? Как поступить? Вот эта болезнь есть у нас. Нас очень легко вытащить, нас очень легко спровоцировать. Непонятным сообщением. Все, верят люди, выходят, паникуют. Нужно быть спокойным. Это есть таква в наши дни. И сабру. Просто не спешить. Проявлять терпение. Вот это нас спасет такие тяжелые времена. Поэтому вот эти все испытания, по сути, мы же смотрим, наблюдаешь, что говорят и люди, которые связаны знаниями, и люди, которые не связаны знаниями. Анализируешь, смотришь, иногда удивляешься. Человек, который никогда в мадраса ногу, нога которого никогда в мадраса не ступала, его слушаешь, у него правильная позиция. У него правильное понимание всего, что происходит. Он четко расставляет приоритеты. Ох, удивляешься, маша Аллах. Того, кто отучился, прочитал множество томов, его слушаешь, он буксует. Не видит, вот зеленый свет не видит, на красный хочет проехать.
И потом понимаешь, дело не в знаниях. Понимаете, дело не в знаниях. В такие моменты знания, по сути, ничего не решают. Если здесь ничего нет. Бизнесмен обычный, который всю жизнь деньги считал, правильные слова говорит. Четко понимает, что происходит в республике. Правильную позицию выбирает. Убежденность и атикад правильный, четкий, крепкий. Человек, у которого книги вот здесь, не определил, не знает, что происходит. Не дано Всевышним. Если Аллахом не дано, как он это сделает выбор? Поэтому здесь просто надо делать дуа. Так получается же. Как муфти на этом собрании сказал, стальное сердце нужно. Стальное сердце нужно, говорит. Поэтому будем делать дуа. Вы тоже делаете, уважаемые братья. Делайте дуа. Ваша дуа очень необходима. Делайте дуа, чтобы Всевышний даровал правильное понимание нашим братьям. Этот итикад, убежденность. Это все подарок просто от Всевышнего. Если Аллах дарует, даже джахиль, который не читал ничего, от него бывает больше пользы. Вот такое время сегодня непростое. Пусть Всевышний сохранит нашу республику, наших алимов, шаихов, устазов, чтобы нам Всевышний даровал настоящую любовь к ним. Чтобы в нужный момент мы были из тех, которые могут поддержать. Даже если нашего отца бьют на улице, и даже если он, к примеру, не прав, мы же не оставляем. Мы же все равно же останавливаем. Даже если отец не прав. И мы говорим, хватит, разберемся по-другому, зачем бить? Даже если отец что-то своровал, мы останавливаем, потом решаем, потом садимся. Но сегодня, когда муфти прав, и решение кто-то не понимает и начинает допускать в адрес алимов, машаихов что-то, но есть братья, которые молчат. Пусть нам Всевышний поможет. То, что мы сегодня рассказывали, это чтобы вы могли другим рассказать. Чтобы дуа делали. Очень мне приятно сегодня быть здесь. Очень надеемся на ваши дуа, чтобы Всевышний еще больше укрепил наши братские узы, дал понимание, как было сказано, и мы всегда были в команде, как говорится, чтобы от нас была только польза. Ассаляму алейкум ва рахматуллах.